Шольда Игорю Михайловичу, генеральному директору государственного учреждения физической культуры и спорта «Футбольный клуб Минск», за особый вклад в подготовку женской команды и дублирующего состава и завоевание ими первого места в чемпионате Республики Беларусь в сезоне 2015 года по футболу. Андрей Викторович Шульд. Награждается Белая Валерия. Афхимович Екатерина. Подряд мы стали сильнейшими, очень успешно выступили в Еврокубках. Вот, но вместе с тем не нужно останавливаться, потому что очень непросто этот чемпионство досталось нашей команде. Вот, я думаю, что мы немножко проанализируем весь этот еще сезон. Вот, и уже в следующем сезоне, особенно нам хотелось бы себя еще больше проявить в Еврокубках, мы выступили неплохо, поставили задачу, выходы из группы выполнили, но я считаю, что наша команда должна шагнуть дальше, где-нибудь уже с грандами европейского женского футбола соревноваться на равных и выйти, может быть, в 1/8 или в 1/4 стадии вот этого популярного и престижного турнира Лиги чемпионов содержащих. Борисенко Юлия. Хочу поздравить всех девчонок наших, также тренерский состав, администрацию с победой в этом сезоне, с первым местом, также с кубком и суперкубком. Молодцы, все поработали хорошо. Ну и желаю следующий сезон повторить заслуги этого, ну и как можно дальше пройти в Лиге чемпионов. Очень тяжелый сезон как для игроков, так и для тренерского штаба. Всем огромное спасибо за победы, за эти эмоции, которые подарили в этом сезоне. Всем спасибо и удачи в следующем году. Много-много-много побед. Громче! Гончарова Екатерина. Награждается генеральный директор Шлойда Игорь Михайлович. Субтитры сделал DimaTorzok.
очень удачно сложился для нас, выиграли все, что можно было. Суперкубок, и чемпионат, и кубок, все очень уверенно. Плюс вышли из группы в Лиге чемпионов, 1/16 прошли. Надеюсь, в следующем году там чуть удачнее сложится. Опять же, все, что будет во всех турнирах, девочки все выиграют, покажут очень достойную игру. Thank you.